Будущее российской демократии прежде всего во многом зависит от позитивного и доверительного отношения молодежи к избирательной системе. И работать над формированием доверия и укреплением интереса к участию в выборах нужно уже со школьной скамьи. Это прекрасно понимают в территориальной избирательной комиссии «Славянская». Анатолий Чумаков, председатель территориальной комиссии, ее секретарь Елена Горностаева приняли участие в открытом уроке «Избирательное право и избирательный процесс» в 17-й школе. Цель проведения урока – изучение избирательной системы, углубление знаний учащихся о принципах проведения выборов, о работе всей законодательной системы России. Важно способствовать формированию потребности социально активного поведения личности, воспитанию правовой культуры. Провела открытый урок педагог истории и обществознания Яна Мироненко. Учащиеся узнали много нового о том, как старались осуществлять приемы народовластия в стародавние времена в Новгороде и в Москве. Ученики ответили на вопросы, что такое выборы, какие избирательные права есть у граждан России, изучали принципы демократических выборов и виды избирательных систем. Не были ребята застигнуты врасплох вопросами о проведении выборов в нашей стране. Будущие избиратели узнали много нового и интересного о политической жизни Славянского района и всей страны, а также о возможностях участвовать в выборах. На открытом уроке присутствовали педагоги славянских школ, для которых опыт проведения такого урока был очень полезен. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».